Всем привет! Вы на канале Living in Paradise, все о жизни в Греции. Как и обещали, мы делимся с вами свежими новостями относительно действующих ограничений в Греции в связи с коронавирусом. Эта информация будет полезна не только путешественникам, прибывающим в Грецию, но и жителям страны. Не так давно мы делали для вас ролик о правилах въезда в Грецию. Если для кого-то это еще актуально, то обязательно посмотрите. Ссылку на ролик мы оставим здесь. Правила действующие, пока ничего не поменялось. Если будут какие-то вопросы, пишите комментарии, мы стараемся сразу же на них отвечать. А сейчас приступим к действующим правилам и ограничениям внутри страны, которые вступают в силу с завтрашнего дня, с 13 сентября 2021 года и действуют по 31 марта 2022 года. Поехали! Итак, чтобы в дальнейшем не повторяться, сразу уточним некоторые требования к документам. Отрицательный ПЦР-тест действительно 72 часа, отрицательный экспресс-тест 48 часов. Справка о выздоровлении действует 6 месяцев с момента диагностирования заболевания. И справка о вакцинации должна быть европейского образца с QR-кодом. Нахождение во внутренних помещениях кафе, баров, ресторанов, клубов и прочих развлекательных заведений возможно только при наличии сертификата вакцинации или справки о перенесенном заболевании. В Греции практически все заведения общепита имеют открытые веранды и террасы, где посетители могут находиться без особых ограничений. Открытым остается только вопрос, можно ли при этом пройти внутрь заведения, например, для посещения туалета. Все документы должны быть европейского образца и будут проверяться на входе в заведение через специальное приложение COVID Free App. Для граждан Украины на данный момент нет сложности, чтобы получить документы европейского образца. Для граждан России сейчас это возможно только при условии вакцинации на территории ЕС. Для посещения кинотеатров, музеев и театров на территории Греции необходимы либо справка о выздоровлении, либо сертификат о вакцинации, или отрицательный ПЦР или экспресс-тест. Для передвижения на общественном транспорте между различными регионами Греции нет никаких ограничений для вакцинированных и приболевших граждан. Остальным же с 12 лет нужно иметь при себе отрицательный результат теста, сделанного в лаборатории. Причем с 13 сентября государство устанавливает фиксированную оплату за экспресс-тест в размере 10 евро. Как сообщается на сайте Министерства водного транспорта Греции, все пассажиры от 5 до 11 лет для того, чтобы воспользоваться услугами водного транспорта, должны будут пройти экспресс-тест и отрицательный результат загрузить на сайт gov.gr. Если честно, пока непонятно, что должны в этом случае делать туристы, так как декларирование данных на этом сайте возможно только с использованием внутренних данных резидентов Греции. Ну и, конечно же, не забываем про обязательное ношение маски во всех закрытых помещениях и на открытом воздухе в местах большого скопления людей. На сегодня это вся информация. Не забывайте поддерживать нас лайками, писать комментарии, а также подписываться на канал для того, чтобы не пропустить наши новые видео. Пока!